Здорово! Сейчас мы заценим красоту Майнкрафта с RTX. И это же новое это поколение, которое будет сейчас делать какие-то супер-пупер, там какие-то лучи или подсветочки. Майнкрафт, как вы знаете, вы примерно знаете, если вы нас смотрите, как мы относимся к Майнкрафту и этой всей тематике. Но тут же уже будет Майнкрафт RTX. Мы хотим посмотреть на такую красочную, качественную игру. Вот у нас... Да кого ты обманываешь? Мне хочется смотреть на красочную игру. Хочешь смотреть с Джохана Мармока? Да, поэтому поехали. Ну и вот что-то как будто бы, кажется, наши пальчики-то и добрались до Minecraft RTX, и я вам скажу честно, не кривя душой, оно того стоило. Господи, боже, ярко, не красиво. Работает. Слушай, классно. Не, на самом деле красиво. Просто. Не знал, что Майнкрафт может быть... Мои такие. Наушники, капец. Ну, смотрите, о, какой мармок, свет. Да. Да там не по воде, непонятно, где ты вообще. Ля, пи***. Вообще наркомания какая-то, пи***ц. А что это из-за всего? Оно как будто королевство кривых зеркал. Это материя. Это реально наркомания. Выйдите оттуда. Господи, тут четвертое измерение, тут реально четыре их. Я не понимаю, где я. Оно как зеркало работает, правда? Да. А где я, где я, где я? Квадратным низкополигональным объектом нельзя отражать, они путают, вообще мозг ломается, и нихуя не понимаю. Я вышел. Дайте мне воды, блять. Мне дерево надо. А я меч вижу, чей меч валяется? Это ты выкинул меч? Да. Аркаш, не отставай, то сейчас... Да, у меня команда последняя на ТП, и поэтому... Я просто буду вот так вот делать иногда. Что это за град великий? Моя говядина! Я разъебу. Ну я так, честно говоря, особо отличий не вижу. Вижу только, что какая-то подсветка стала более такая красочная, естественная, да? Ну, более качественная. Текстуры какие-то такие более детализированные местами. Местность прямая, поле. Ура, поляночка. Вода. О! Я блевотное же съел! Что я съел? Блядь, мне плохо! Гнилую корову. Жрет все подряд. Он, знаешь, как робот-игрушка. Он, ты его заведешь, поставишь, он если упрется в стенку, то... Я умер! Я упал и сдох! Сдох, блядь! Какой придурок вы! Ненавижу такие болотные местности, они такие пасмурные. Суицидального характера. О, не, нихуя. А, нет! Лава! Я тебя понял! Это вода была? Нет, лава! Он сгорел в лаве. А она такая была жидкая? Нет. Ну, конечно, жидкая лава. Нет, в смысле, прям вообще жидкая, как водичка. С высоты упал. Нужен загончик, хочу выращивать мясо. Это называется животное. Выращивать мясо? Это песок, это, кажется, опасно. Это лава. Это да, там по свету видно. Ты пошнулся? Он его толкнул туда, что ли? Нет, ты пошнулся. Мармоку. Что? Игру выбила? Это что за горилла? Где? Подойди, ну-ка подойди, поздоровайся. Ну, мне раз вода выглядит. Ну смотри, вода такая прям полупрозрачная, а капли голубые остались. Вижу, огромный. Ну запиздим. И отражение он есть. Не, у меня нету меча. У меня есть меч. Хуяк, 2 секунды, поставил верстак, прям как... О, это голем. Профессионал. Ой, это мы знаем. Блядь, он же добрый вроде. Нет? Видимо, не очень. Удара, не подкинь. Сам напал на него. А почему у тебя... Может быть сильно темно. А почему у тебя... Да не уголь, почему у тебя каменный? Да я уголь нужен, блядь. Почему у тебя камень? Откуда камень? Где взял камень, сука? Откопал. Ну он внизу, вот здесь камень. Но его надо киркой добывать. Че, Марин, к тебе приду? Где-то дырку... Где твоя дырка, Марин? Подожди. Моя дырка здесь, если вам нужна моя дырка. Что? Моя дырка всегда к вашим услугам. Прошу прощения. Как другу вашу. Моя дырка как другу вам. Там, где я, там дырка, Олег. Олег, ты что мне мельчишь? Я бросил Аркашину! Да, блядь! Олег, оставайся, Олег! Шлюха! Да, блядь, его дырка под ногами оказалась. Я не подобрал, извините. Вот, я подошел. Да через Аркашу на дырку. Слушай, удобно строить дома прям в земле. Зачем возводить их сверху, да, там строить кирпичики, можно вниз покопаться и там все сделать. Ну да, норы, бункер.
Все такое сделать. Я не могу понять, что за педообщество у нас образовалось здесь на почве, блядь, с RTX Minecraft. Нам нужен сексолог, мы больные. Олег там уже золото добывает в моей дырке. Ты охуел, что ли, блядь? Не спустился в недры твоей дырки. Так, вашей, не твоей. Вашей, блядь, наша дырка, знаешь, этот союз. Бля. Простите, пожалуйста. Да ну все. Сучара, блядь. Это специально было. Первый начал, сука. Ну и что, нахуй ты ответил мне сразу же? Потом, чтобы отомстить. Что правильно? Чтобы остановить справедливость. Сука, блядь. Сейчас ему что-то плохое сделает. Что ты там делаешь? Дубина. Ничего не могу сделать, абсолютно. Абсолютно не... А, у тебя есть эта штучка. Да, я понял. Он сразу же за точкой стоит. Я хотел вызвать. Ну, не знаю, каменный топор у этого вонючего квадратного этого дерьмового. Что? Что? Отойди, блядь, отойди. 10 метров расстояние от меня. Дистанция. Сука, блядь. Почему все сводится к этому дерьму? А хули? Их нельзя в одной комнате запирать вместе. В смысле опа, блядь? Что опа? Я не говорил опа. Знаете, где я нахожусь сейчас? Вы, сука, знаете, где я нахожусь? Нет. Вот пошел. И я, блядь, тоже не знаю. Не знаю, где, да. Ребята, я нашел лаву, это так красиво светит. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я видел где-то давно в бета-версии. Хочу, 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 хочу. Я тоже хотел. Ну, он сейчас упадет. Блядь, не та дырка. Снова. Я делаю новое. Сделай. Главное в лаву не провалиться. Давай вместе, впусти меня. Да, прости, да я, блядь, здесь. Стой, стой. Тру-дружба. Подожди. Подожди. Придурок. Стой, подожди. Стой, стой, я, подожди, стой. Казались вместе в одной дырке. Да подожди. Не ложись, нихуя. Всё. Вообще, как ты такой толстый? Я в другую сторону, абсолютно. А вы одинаковые, все квадратные. Как мне теперь вас найти? Не знаю, как я нашел же. Шел по запаху до унизма. Оверстак. Ну это запах дырки просто. Давайте первый, кто сегодня шутит шутку про член, будет обязан скинуть дикпик. Да нет, это шутка, на самом деле. Не хочу видеть ничьи. Ну, я только зачем что-нибудь другое, не знаю. Будет подчиняться весь день. Любые приказы выполняет других двух. Что-то не то. У вас какими-либо половыми органами, так понимаю. Ну все, короче, давайте, время пошло. Пошло. Так, а я в сторону, в чью-то сторону копал, а теперь я никого не вижу. И чё, я вот тебя вижу, я тебя вижу, я тебя вижу, я пошел к тебе. Я копаю в твою сторону. Я тебя не вижу. Сначала чуть вниз поберусь, а потом к тебе. Шахтер ты мой. Ой, я прям нашел железо, покорыл тебе. Вот это удачно называется. Ой, вот это находка, я понимаю, конечно, железо. Прям сделаешь себе хуй железо. Бля! Вонючая гнида, я слышал. Я прям знал, что сказать. Я молчал, поэтому я прям слышал. Они просто столько его хорошо знают, что они, знаешь, уже просто затихарились, они знают, как работают мозги мармок, а они просто уже специально его вынудили, понимаешь? Вонючая. Или нет, это было... Я не, я слышал это дерьмо. Я слышал это, сучонок. Я думал, но знаешь, я просто тупой, я уже ничего умное не придумал и хотел выкрутиться от банальной тупой шуткой, и вот... И вот теперь ты мой раб, сука, на сегодня. А в смысле твой раб? Погоди, я ничего такое не подтверждал. Выполняю, ты согласился. Я сказал, что кто вот первый прием, тот выполняет. Да не, мы не будем жестко, что просить, я просто... Отдай мне свою алмазную кирку. Нормально. Заявочки. Где ты, сука? Закопайся от него я просто. Я не буду просить, я такое. Это жестоко. По меркам Майнкрафта это сравни с... Не, я отдам, но если и ты отвалишь. Типа ты отдаешь, не отваливаю? Ну, нет, ну, нет. В смысле, и все, я исполняю одно единственное желание. Ого. Одно желание? Ну, да, даю тебе кирку, и все, мы квиты. Ну, хорошо, давай, похуй, давай, давай. Давай, ну, что это кирка очень дорогая? Ну, ладно. Ну, он не договорил. Да, походу, сама шикарная. Держи вот это вот, держи металлическую. Ты охереешь, как мало... Она продамажилась. Вау! Это он так камень рубит быстро? Да. Да. Видимо, очень быстро. Какой грустный мармок. Ты слышишь, какой у него грустный голос? Как приятно. Вы понимаете, что это самый чистый сегодня вообще, блядь, без всяких... Или скрафтить. Ой, что это такое? Руда какая-то. Что красное? Мы не шарим. А да какие темы еще шутят? Там это... Алмазы! Алмазы!
Алмазы? А что? А голубое? Что голубое? Что голубое? Голубое? Что это? Алмаз! Алмаз! Это алмаз? Все алмазы? Да. А, вот крафт сурово похож. Да, и вот с алмазной руды нужно сделать алмазную кирку. Четыре? Так он сейчас кирку сделает новую, нет? Где вот еще алмазы, я чувствую. Мне самое интересное стало. Все, скоро. Так глубоко зарылся. Спустя пару месяцев такие стримы включают, а мы там сидим с тобой и крафтим алмазы, да? А все может быть, кстати, я ничего не обещаю. Так и надо. Куда? А что? Какое-то счастье. Нет, не делайте этого. Это первое, что его закапывают. Не надо. А можно твои пять алмазов? Не надо, не. Дай, короче, по два алмаза. Давай так сделаем. Охуительно. Алмаз, короче, золото? Да, походу. Она уже, блядь, пать. А, я сказал, я нашел пять алмазов. Я имел в виду два. Они же смогут его оббирать. Он врет. Он врет. Правда. Они хотят убить его, чтобы забрать. Походу. Тогда мне два алмаза и что-то другое. Давай тогда так. Пускай кирку твою вернет. Два алмаза и поесть. Да, мне, кстати, поесть надо. Годится. Я поел. И что-то другое. Ну, могу дать тебе 64 булыжника, только сейчас действует такое предложение. Давай, пока кто-то другой. Телемагазин? Ты что, будешь фанты? Да пожалуйста, господи, мне так похуй. Полина пришла. Правда, ну ты не представляешь просто, насколько. Вообще все равно. Как мне может быть не все равно на то, что пить? Я не знаю, ты мне вечно... О боже, меня тоже вот это вот... Рядом. Каждый раз спрашивает, что я буду пить. Да воду, блядь. Здесь я... Блин, это на самом деле очень сильно напрягает, потому что я их понимаю. Ты приходишь вот здесь, как лучше, спрашиваешь, что ты будешь пить? Мне пофиг, пофиг, потом приносишь. А я хотела другое. Бывает же такое у людей. Потом надо всегда спрашивать, я считаю. Ну, не вовремя спрашиваешь, просто занят. Кто-то орет. Ну, она хочет как я лучше. Слышу, да. Что еще раз? Полина, молодец. Да закажи KFC, Полина, мне вообще похуй, понимаешь? Ничего не чидоцтер, я не могу. Ты разговариваешь, как я, блядь. Ты... С кем поведешься, того подойдешь? О, глава. Блять. Потом же в KFC спорточка. Хорошо? Что? Полина, ебать, да мне настолько посрать. Ты не представляешь, все. Просто ты доебываешь меня, я тут алмазы ищу. Я вообще вагни не вижу. А помнишь, ты был похер на алмазы? Я тебя люблю. Я обожаю. Я тебя люблю. Я люблю алмазы. А я тебя люблю, я обожаю алмазы. Иди сюда. Любовь. Ромок, шах, я, короче, я рою влево, например. Блядь, нет! Нет! Марина, заткни дырку. Заткни, пожалуйста, дырку. Блядь, я палец в жопу засунул. Заблокировал там. Что сказал? Что сказал? Ничего, тебе послышалось. Нет, мне не послышалось, суча. Мне не послышалось. Гони сюда, блядь, сука. Мне один алмаз. Давай, я не буду жестоким с тобой. Дай мне один. Я Лего один, да, получается? Он так не помогает, ты че, клоун такой, знаешь? Стоит? Оно. Дай мне два. Что это за хуйня? Я такой, не надо. Сука, минус 4 алмаза за такую гнилую шутку, блин. Сука. Я придумал, хотел пошутить, но не буду. Кстати, как включить RTX? Может, мы снимем это эмбарго? А у нас RTX карта? Да, конечно. Как его включить? Я не знаю. Я знаю, как включить. Сначала надо включить Майнкрафт, а потом разбираться, как включить. Ха, ну может быть. Надо купить. А он другой, наверное. Не знаю. Нас прорвет нахуй. Санкции. Думаешь? Весь день никаких шуток. Я докопался до... Правда. О, как лава свистит. И сказал запрещенку. А, они до сих пор запрещенные слова действуют, слышишь? Да, запрещенка потихоньку от меня. Ну да, мы уже, видишь, забили хуй. Жопу. Ну все. Боже, давай еще. Член мужскую жопу. Остановитесь. Остановитесь. Кирка сломалась. Осталось только... А нет, еще одна из железа. Да откуда этот песок? Все валит. Лава, блять. Блокирую ее, она выливается. Все, можно заблокировать. А вдруг было сзади что-нибудь, а? А? А он копает вообще. Паранойя, блядь, руду паранойя ищут. Ебаная. Вот так она развивается, блядь. Не руду, он, походу, это алмазы ищет. Алмазы, походу, ищет. О, нет, мне ломается моя последняя алмазная кирка. Блядь! Он нашел алмазы! Было за спиной! Я говорю про паранойю!
Я так понимаю, он что алмазы жопу. Самое ценное. Ну да, карте. Походу, эти все алмазные кирки это самое крутое, что можно сделать. Прорубливаю несколько кирпичей и, блядь, реально алмазы, что? О, три штуки. Так колоти их. Ой, блядь. Раз, два, три, блядь. Давай еще, четыре. Пять, шесть. Твою паранойю. Шесть алмазов. Может, там надо еще? Я тоже хочу верить в это. Пиздец, какой бред. Чувствительная попка просто у него. Бедолага, блядь. Сопли, слезы. Хочу. Это пиздец. Пиздец, прикинь, просто бред какой-то. Вот тот где-то. Я так же играл. Это тяжело описать, на самом деле, когда ты играешь в игру, которая сама по себе не должна быть тебе приятно в плане графики, она тебе пипец как нравится, вот, мягко говоря. Ну и у вас остыл вопрос, где такие конкурсы, где результаты, а они будут вот сейчас, нет, не сейчас, давайте через час. Вот я выкладываю ролики через час на стриме у меня в ВК. Ребята, я скину в любом случае информацию по поводу того, кто победил следующий ролик. Но если вы хотите увидеть, кто в лайфтайм это, так сказать, выиграет, можете поприсутствовать. Задержка была по той причине, что я тупо не мог найти сайт, который мог бы обработать эти 50 тысяч комментариев, я с таким не сталкивался, и поэтому это было для меня в новинку, но в итоге решение проблемы нашлось, и, собственно, именно поэтому мы сегодня и узнаем таки, наконец, кто победитель и кто выиграл в новогоднем, между прочим, конкурсе. Еще есть важная инфа по поводу того, что у меня новый компьютер, я не знаю, знаете, скорее всего, вы не знаете про это, и скоро я собираюсь сделать ролик, ребята мне сделали его из боулинг-машин, это просто нечто, пушка, но об этом чуть позднее. Боулинг-машин какой-то. Боулинг-машин — это не материал, не то, из чего делают компьютеры, это, ребята, это так называется их ателье, студия, магазин, как вам угодно. Знаете, вот RTX прям придала Майнкрафту новую жизнь, как будто. Да, согласен. Опять так же весело играть в Майнкрафт, как раньше. И красиво, и ты ходишь, и тебе не просто весело, тебе красиво любоваться разными вещами. На шестерка, видел какая? Какая тень у Олега. Блин, ну с RTX попробовалась. Как, знаешь, прям... Как твой член. Вот от того, насколько... Да... Что? Что да? Словарный запас, все. Нет, смотри, я вижу, понимаю. У ног тень, она твердая, да? Я вижу, я замечаю, я пон... Ты сдох, что ли? Что с тобой, алло? Он завис, смотри. Нет, не смотрите на ноги. Алло. Что с ними? Что? Почему? А, сервер, все. Сука. Короче... Я не знаю, но они так как-то азартно обсуждали вот эту раскопку алмазов, что мне прям самой понравилось. Как-то прям, знаешь, ты азарт такой ловишь, и тебе самому хочется эти все дырки поколупать и найти эту руду. Это как с киндерами, что ли, знаешь? Это как с лотерейкой, это как вот жопачуй, когда ты, знаешь, как угадываешь, в каком месте ты можешь это найти. Вот именно этот сам момент, он такой какой-то прикольный. Ну и, конечно, да, ну, заметно, что выглядит по-другому немножко Майнкрафт, в плане именно текстур как-то реалистичнее стало, да? Как ты считаешь? Красивее. Очень много света. Нереалистичнее, красивее просто. Ну, да, очень много света появилось, этих всех тенюшек, бликов, отражений, и оно как-то выглядит, ну, более так красочно. Ну, как бы, знаешь, там тоже нам по этому поводу, вот мы сейчас смотрели недавно ролик по Undertale'у от товарища Коэша, и нам тоже предъявляли, что типа, фу, вы там графодрочеры. Мы, короче, скачали Undertale, думаем, сейчас, короче, посмотрим. Угу. А мы открываем, а там такое маленькое окошечко. Такое... А там еще на английском. Кстати, может... Подожди, это я что, на Майнкрафт гнал? Майнкрафт просто пушка? Нет, ну так суть в том, что, знаешь, тебе придется чисто играть из-за графики. Нет, я всегда оцениваю игры не только по графике. Если, может быть, красивая графика, это как и с сериалами, и с аниме. Может быть, 10 раз красивая графика, но будет абсолютно какой-нибудь тупорылый сюжет, я не буду это смотреть, либо играть, понимаете? А может быть, наоборот. То есть я понимаю, почему такие игры нравятся людям, поэтому я не говорю, что там они какие-то дебилы, а я там умная. Нет, абсолютно нет. Но Майнкрафт нереально, ну, честно, объективно, он выглядит лучше. Он выглядит гораздо лучше, чем от предыдущей версии. Ну, реально красиво. Да. Я не знаю. Я думаю, что мы попробуем, так как мы игру уже скачали, не Майнкрафт, а Undertale, мы попробуем, когда у нас будет возможность, запустить стрим игровой, только обязательно вместе с вами, потому что там поэтому на английском все. Поэтому ищи Twitch в описании. А мы на Twitch будем стримить, не на Ютубе? На Твиче. И на Ютубе. А потом на Ютубе. Сначала на Твиче, поэтому у тебя есть мотивация, чтобы перейти на Твич. Да, так что ссылка в описании. Все, пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.